нет. Тяжелая душа. Хищная душа не выдержала. Рыбы здесь есть крупные, но, к сожалению, пока клюют только 2 кг. Сейчас за вечер я поймал 17 щук, но, к сожалению, размер оставляет желать лучшего. День подошел к концу, сейчас мы соберемся и потихоньку отправимся в лагерь. Так, второй день ловли. Мы с Аленой на рыбалке. А и так, Алене попала рыба. Удочка гнется. Вон она, вон она. Где? Вот она. Хорошая рыба попала. О, видишь? Вот она. Все, ушла рыба. Вот так вот. Мы тянем опять, и фрикцион у нас работает. Так вот гнется наша снасть. Не хочется сосечку делать. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Все, попало. Можно отпускать. Плыви. Порошка, да? Очередной трофей. Вот она.
рыба трофейная. Смотри, чтобы тебя не укусило там. Куда? Утащишь меня? Куда ее-то? Это рыба, объектив не лезет. Вот это зовки. Мне так-то тяжело. Поднимай быстрее. Юбка это. Попала. Не крупная. Вот это да! Убежала, что ли? Ну-ка, ну-ка, что это такое? Следы мишки. О-о-о! Мишаня приходила. А нет, тут смотри, большой след и маленький. Так я и говорю, что медведица с медвежонком походу. Походу, да, потому что вот один след. Вот один, и это а второй вот след. Это второй, ширина у них разная. Коготки настоящие. А база у нас находится вот здесь. Алена, как будем сегодня ночью спать? Спокойно! Спокойно! Папа храпит, ни один медведь не подойдет. Да.